Добрый день! Добро пожаловать на медитацию для начинающих. Это одна из самых простых техник, которую я люблю использовать в любое время дня, в любое время вообще, особенно если я чувствую, что я переживаю по какому-то поводу или просто так без какого-то повода, просто чувствую себя не очень заземленно или беспокоюсь по конкретному поводу. Если чувствую, что устала физически, особенно морально, эмоционально, мне очень помогает. Или чувствую, что я слишком забегалась, и мне нужно немножко притормозить, сделать паузу и отдохнуть. На самом деле это все, что нам нужно. Потому что когда мы бегаем и заняты чем-то, то мы не обращаем, можем не обращать внимания на свои мысли. А мысли, в свою очередь, проявляются как эмоции. И если их не отслеживать, то можно просто накопить такой ком негативной энергии и потом либо заболеть, либо постоянно быть в этом состоянии переживания, все время перекручивать какие-то эмоции, мысли. И от этого может случиться бессонница, или, не дай бог, конечно, какие-то болезни. Поэтому вот такая элементарная медитация может помочь вам немножко притормозить, заземлиться, обратить внимание, что происходит внутри. И после этого продолжать свой обычный день. Самое простое — это, что бы вы ни делали, ну, желательно, конечно, не во время разговора с начальством, допустим, или с клиентом, или чем вы не занимались, или, естественно, не при вождении машины, хотя это даже можно сделать, когда вы стоите на красном свете, но лучше не нужно. Конечно, лучше делать медитацию в спокойной обстановке, в тишине, где вас никто не беспокоит. Но и такую медитацию можно делать, даже если вы работаете во время работы, на секунду притормозили, сделали, окей, дальше. Самое простое, если я забегалась, и мне хочется как-то немножко затормозить себя, я прикрываю глаза, я делаю как минимум 3 глубоких вдоха и выдоха. Я предпочитаю вдыхать в нос, выдыхать изо рта. Дело ваше, все равно как. Но самое главное — это вдыхать и выдыхать, начиная с живота. Почувствуйте, как он расширяется, потому что очень часто мы дышим через грудь, а это поверхностное дыхание, и когда мы дышим поверхностно, оно увеличивает наше состояние переживания, потому что мы не получаем достаточно кислорода, и от этого у нас постоянно поверхностное дыхание. Поэтому обратите внимание на живот. Если вы не знаете, дышите ли вы через живот или нет, положите просто на него руки и почувствуйте, как он расширяется, спускается при вашем дыхании. То есть вдыхаем. Животик расширился, выдыхаем. Мне помогает прикрыть глаза, потому что все визуальные, все, что визуально мешает, оно исчезает сразу. То есть я закрываю глаза, я ухожу в свой внутренний мир и дышу. Поглубже и выдыхаем еще глубже и дольше. Выдыхаем полностью как можно дольше, потому что при следующем вдохе, когда вы будете вдыхать, попадет больше кислорода, обогатится ваш организм. И станет спокойней. Чем глубже вы дышите, тем спокойнее становится. И когда мы дышим глубоко и обращаем внимание на наше дыхание,
Мы не задумываемся ни о чем, кроме нашего дыхания. Таким образом, мы присутствуем внутри в данный момент, и больше ничего не волнует. Вот ваш перерыв от всей вот этой болтовни, от всего этого шума. Итак, прикрыли глазки и дышим. Еще я люблю положить одну руку на низ живота, другую на сердце. И делать то же самое. На секундочку. У меня получается сейчас левая рука на низ живота, прямо по пупком, и правая на груди, где сердце, в районе сердца. И делаем то же самое. Вот она я. Почувствуйте себя. Я дома. Я защищена. Я делаю это упражнение, это больше как упражнение, чем медитация, потому что ее можно делать в любое время. Но я это делаю, когда мне не очень спокойно на душе. И когда я это делаю, своего рода как бы я себя обнимаю. Кстати, обнимать себя тоже очень полезно. Все, и теперь обратите внимание, как вы себя чувствуете. Элементарное упражнение, любое время дня, перед сном, во время работы, до работы, в душе. И обратите внимание, как вы себя чувствуете. Делайте, когда вам угодно. Я надеюсь, вам понравилось. Всего доброго.